Вечер памяти и общения воинов-афганцев с ингушскими товарищами по службе продолжились уже в банкетном зале. Организатор встречи – Министерство труда, занятости и социального развития региона. На мероприятие пригласили также родственников погибших воинов-интернационалистов. Гостей своими красочными выступлениями радовали звезды ингушской эстрады. Также в рамках праздника прошло торжественное вручение грамот и наград от главы республики, МЧС, МВД, Нацгвардии и регионального отделения Российского союза ветеранов. От главы Ингушетии виновникам торжества также оказали материальную помощь. Пригласили нас в это прекрасное заведение, за что мы очень благодарны за то внимание, которое нам уделялось всех матерей, погибших, умерших, наших боевых товарищей, ветеранов, вдовы, ветеран наших. Пожелать им счастья, здоровья в первую очередь. Ну и, конечно, терпение. Калмогу жмяшли лбоку.